Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вам посмотреть фильм из цикла «Новая хронология против традиционной истории». Мы продолжаем нашу беседу. Это вторая часть. В первой части мы остановились на том, что земная цивилизация, основная часть, была уничтожена всемирным потопом, который, по моей реконструкции, произошел примерно в 1250 году до нашей эры. Могу уточнить, откуда взялись эти данные. То есть они строились на том, что царь Трои Эней, по моей реконструкции, являлся сыном Посейдона. Он стал царем в возрасте 30-33 года. Вот. Соответственно, по началу Троянской войны можно понять, когда произошел потоп. То есть около 1220 года до нашей эры он стал царем Трои, и, соответственно, он уже должен быть взрослым в этом возрасте. Соответственно, реально потоп мог произойти 1240-1250 годы до нашей эры в этом диапазоне. К этому времени земная цивилизация распространилась, цивилизация человека разумного, духовного, распространилась из территории Поволжья и Алтайского региона во все стороны. В то время, как я уже говорил, земля была развернута кверх ногами относительно современного положения к плоскости эклиптики, и мы находились на территории России современной, находилась в южном полушарии. Соответственно, Атлантида, древняя Атлантида, это был огромный остров, который назывался Баян у славян, а греки называли его Атлантида. Это фактически европейская часть Российской Федерации современной. Вот. После Урала Западная Сибирь была затоплена, это был Скифский океан, который соединялся с Каспийским морем, с Индийским океаном через Иран, с Балтикой через низовья Белоруссии и Украины, и также с Черным морем, а также Средиземным морем через Индийский океан, через пролив между Африкой и Малой Азией. Малая Азия была островом, как и описано в древних источниках. Человек уже проник в области к тому времени. В первую очередь, первая известная цивилизация всем – это шумерская цивилизация. Я привожу в книге свои карты, известные всем, вот, которая была сформирована индоевропейцами, которые перебрались в эту часть земли с севера, в современном понятии, или с юга в то время. Вот, так как земля Поволжья находилась на юг к Месопотамии. Соответственно, происходила экспансия человека разумного, духовного. Они брали себе, так сказать, жен, так сказать, в гаремы, мужчин либо оставляли работать, выполнять какие-то строительные работы, посевные работы, вот, либо, скорее всего, просто убивали. Соответственно, шумерская цивилизация, известно, возникла в период 3500-3000 года до нашей эры, что соответствует также нашей реконструкции. Например, всем известно, что город Вавилон, который относят к Месопотамии, по нашей реконструкции Вавилон находился примерно в районе современного Волгограда, то есть где Мамаев Кокан, примерно в этом регионе. Вот по шумерским и месопотамским источникам известно, что, собственно говоря, город Вавилон там появился около 1000 года до нашей эры. То есть раньше этот город назывался другим именем. Вот, что говорит о том, что после потопа, так как Вавилон основной был уничтожен, то один из городов Месопотамии переименовали, соответственно, с традиции назвали его Вавилоном. История, так сказать, шумерской цивилизации более-менее изучена, и по нашей реконструкции датировки ее, собственно говоря, совпадают с нашей реконструкцией, поэтому менять там ничего не нужно, и она более-менее верная. Верховным богом, как шумерцы, так и ассирийцы, считали Ашура или Русу. Местное имя было Кура, болгарское имя Кубара. Далее, люди через Алтай также стали проникать в Северный Китай. Вот в книге я привожу карту возникновения
цивилизация одной из первых в Северном Китае. То есть я еще раз говорю, что южная часть Китая и основная часть Китая была затоплена, в общем-то, океаном, так как конфигурация морей была другая. Вот поэтому жить возможно было только в северной части Китая. Арии проникли, первые люди, так сказать, индоевропейцы, также в северную часть Индии. Здесь также привожу карту, по которой видно, что была освоена также северная часть Индии, так как южная часть, весь этот полуостров фактически был покрыт океаном и не был пригоден для обитания. Наверное, там были какие-то отдельные островки, но, собственно говоря, основная часть суши была под водой. Также известно хорошо, что в Средиземноморском регионе возникла Микенская и Минойская цивилизация. Датировка этих цивилизаций также хорошо известна. Это 3-2 тысячелетия до нашей эры. Я также привожу карты и изображения людей этих цивилизаций. Видно, что люди все черноволосые, смуглые. Вот. Их, в общем-то, сложно назвать европейцами. Эта цивилизация также подошла к потопу на пике своего развития. Потоп по нашей рекосурсе, так как это ледовитый океан, выплеснулся на Евразию, соответственно, туда попала меньшая часть, ну, то есть сила потопа в этом, сила цунами в этом регионе была ослаблена горами и препятствиями как Черным морем, Кавказом, так и горами европейскими, в том числе Татрами. Thank you.